Почему он замолчал? Имея столько, сколько я имею, я спокойно мог бы укрыться в любой стране мира. И жил бы так мирно и спокойно, хоть до 100 лет. И никто никогда нигде бы меня не нашел. Но я приехал к вам. Я, конечно, мог поступить еще хуже. Я мог бы послать сюда своих людей, они уладили бы мои дела, пролив немало крови. Но я приехал сюда один. Это его четки. Я прилетел, потому что Фарик был мне как брат. Я любил его как брата. Фархад говорил, что у тебя родился сын. Да. Как ты его назвал? Иваном. Когда умер твой отец? Я его почти не помню. Я ему верю. Отпустите его к сыну. Прощаемся вроде, получается. Да перестань. Ты знаешь, один философ сказал, если души не умирают, значит прощаться, отрицать разлуку. Ну начинается, парень.